Дмитрий Артюхов и Александр Мор посетили Надым. Главы Ямала и Тюменской области сначала осмотрели с воздуха ход строительства трассы Салехард-Надым. Отдельные участки уже введены в эксплуатацию. Это стало возможным в том числе благодаря увеличению финансирования программы сотрудничества. Сейчас главная задача как можно быстрее дать ход северным автомобилям по этой дороге до городов Большой Земли, отметил Дмитрий Артюхов. Программа сотрудничества успешно развивается уже 14 лет. У нас за эти годы были построены десятки объектов, в целом по округу, это десятки детских садов, это десятки тысяч квадратных метров жилья, которые были построены. И, конечно, наши самые знаковые объекты, такой самый крупный по финансированию, это автомобильная дорога Надым-Салехард. Мы сегодня о ней уже много говорили, посетили ход строительства, видим, как эффективно работают на наши компании, там, что радует, задействованы и ямальские компании, и тюменские компании. Еще один ключевой пункт программы сотрудничества – здоровье ямальцев. Их лечение в тюменских клиниках. И в этой связи Александр Мор прокомментировал итоги встречи с президентом Владимиром Путиным, на которой как раз обсуждалось окончание строительства медицинского городка. Я попросил его поддержки. Собственно говоря, эту поддержку получил. Необходимые поручения всем министерствам были даны. Проект в высокой степени проработки. Разработана концепция, она давно была согласована с Минздравом. Разработана, заканчивается, вернее, разработка проектной документации. Мы, что называется, на низком старте. Нам нужна поддержка. И я думаю, что этот объект, когда он будет построен, будет очень востребован. И пойдет на пользу жителям и Тюменской области, и Ямала, и Югры. Также Дмитрий Артюхов и Александр Мор побывали на строительстве многоквартирного дома, встретились с надымскими медиками и жителями города.